27 декабря, зимовник. Температура в зимовнике плюс 9 градусов. Приехал я 23 числа, температурка была плюс 10. Вот заглядывал в семьи, в некоторых семьях клубов практически и не было. Пчелы были вытянуты во все, вдоль всех улочек до задней стенки. Вот когда приехал вот здесь вот с прохода вот здесь и с той стороны, вот пчела летает. Вымел два совка пчел. Ну вот промел пол и вымел целый совок подмора. Ну вот второй совок. Тут чуть поменьше. В прошлые годы в первой половине зимовки на полу столько не было пчел. Вот и сейчас вот повыходило много пчелы. Вот я думаю, что еще совок можно намести. Жарко. Вот эти вот у меня стояли все, вот только холстики были на них, вот на вот этих лежали войлочные коврики, но я все утепление поснимал, вот оставил только холсты. Но будем надеяться, что температурка опустится. Там на под Новый год прогнозируют морозы до минус 16 градусов ночью. Сейчас заглянем. Ну, пчелы в активном таком состоянии. Вот до задней стенки. Вытянуты. Никаких клубов. Ну, здесь то же самое. Передняя стенка. Вот и задняя стенка. Ну, пчелы бегают. Здесь тоже. Да. Если морозы к нам не придут, придется выносить пчел на улицу. Ну, хотя бы сильные семьи. Будем надеяться, что температурка понизится. Ну, вот смотрите, вот так вот они там бегают. Ну, вот такая вот зимовка. Ну, по крайней мере, первая половина зимовки. 2015 год, конец декабря. С 23 числа, когда я приехал, вот 4 ночи подряд открывал на ночь двери. Вот первые 2 дня, вернее первые 2 ночи температурку понизил здесь немного. Ночью нулевая температура была на улице, но и здесь понизил до 4 градусов. Но сейчас опять на улице ночами тепло, сегодня ночью было плюс 6. В зимовнике плюс 9. Вот летают пчелы. Ну, ладно, уходим. Все, всем
хорошей зимовки, хорошо перезимовать, без потерь. С наступающим Новым годом. Всем пока, всего доброго.